Привет, ребят! Привет! И добро пожаловать на канал! Сегодня у нас воскресенье, замечательная погода, и сегодняшний выпуск у нас будет сложен из двух дней, то есть из субботы и воскресенья. Мы вам хотим немножечко рассказать и показать наш любимый город, город, в котором мы живем. Этот город называется Гдыня. Находится на півночі Польщі, в Поморському воєводстві, яке мивається Балтійським морем. А этот город современный, быстро развивающийся. Ну і відносно він невеликий, якщо взяти по мірках сучасного світу, тут проживається навіть 350 приблизно тисяч людей. Ми хочемо вас познайомити з нашими любимими містами в Гдині і показати немножечко цього міста. Звісно, одного випуску буде недостатньо, але ми постараємося показати вам самі-самі наші любимі міста. Так що, кому цікаво, будь ласка, залишайтесь з нами. Свои цели. Yeah. Здесь есть маленький фуникулерчик, и можно подняться также самостоятельно по ступенькам. Мы будем подниматься самостоятельно. Ну что, начинаем мы наш путь наверх. Он будет нелегок. И подниматься тут метров 100. Еще совсем чуть-чуть. И вот что? Оно. Место. Там сточня. А это центр. Здесь видите колесо обозрения. Оно есть как в Гдыне, так и в Гданьске. Также вы можете увидеть здесь центр Гдыни, то есть его порт и все его красоты. Новость, фуникулярчик у них бесплатно. А сейчас мы вам хотим показать прогулочную улицу, которая находится возле городского пляжа. И показать, какая там всякая всячина находится. Сами как бы коренные жители очень любят этот город. Они очень им гордятся. И везде можно увидеть на машинах наклейки «Я люблю Гдыню», там на футболках. Ну, везде-везде находятся интересные кафешки, где можно купить мороженку. Да, покушать рыбку. Позади нас знаходиться акваріум, якого ми ще теж жодного разу не були. В центрі Гдині розположено все таке інтересненьке. Тобто це і акваріум, колесо обозрення, всякі кафешки, два музеї корабля, є музей воєнно-морський. Приїжджаючи в самий центр, тут можна побачити по факту всі визначні місця Гдині і піднятися навіть на оглядовий майданчик, який знаходиться теж буквально в 10 хвилинах від самого центру. Здесь сейчас городской пляж, далі ми двинемося вдоль городского пляжа, дальше. І от там на самому краєшку знаходиться сам кліф. Да, вот там. І ми на нього заберемося і покажемо, наскільки там красиві види именно самого кліфа. Так, а я вам хочу показати количество людей, которые сегодня воскресенье на пляжу. Так. Опа. В принципе, видите, солнышко даже и не будет, скорее всего. Но людей, тем не менее, очень много, просто отдыхающих. Здесь всякие разные интересные есть развлечения для деток. Так же самое, можно поиграть в волейбол, там еще разные всякие.
І вирішили ми прийти от тут. От. Погода класна. І сюрприз. Ми це зробили. Ми прийшли по цьому препятствию. Да, назовем це так. Тропа з препятствиями. В общем, мы ее прошли, мы герои, мы двигаемся дальше в сторону клипа. Пошли, пошли, пошли. И вот он. Так, от ми трішки піднялись наверх, потім далі нам вгору. Правда, тут знову ж таки не видно, наскільки вона крута. Уже идем на спуск. Здесь фоткаться сумасшествие. Так. Дальше мы по такой нормальной тропиночке будем добираться вниз. Шли до лестницы. Правда, коли ми сюди приходили зимою, тут не було все одно. Ну, взагалі зимою тут нічого не було, навіть кофе. Да, таке відчуття, ніби, знаєш, я б ніколи не подумав, що це може бути туристичний район. Да. Селочки, де люди відпочивають. Там всякі. Мікро. Обычно мы загораем вот на этом пляжике, недалеко уходим, но тут людей, я вам скажу, такой. Нормально. Нормальненько, да, и купаются, и загорают. Погода, видите, у нас такая непонятная. Мы сегодня нашли один даже классный пляж. Вот сам пирс, мы до конца идти не будем, но немножко пройдемся. Видите, где мужчина? Вон стоит. А сколько до берега? Тут, то есть тут совершенно не глубоко. Тут можно идти, идти и идти. Вот и, собственно, сам клиф, на котором мы только что были. В принципе, он мне не сильно большим кажется, но на самом деле он очень высокий. До него далеко топоты. Да. А вот, собственно, мы вошли в небольшой такой парк. Пожалуй, все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Ребят, огромное вам спасибо за то, что подписываетесь, за то, что смотрите нас. Нам это очень-очень сильно приятно. И такой небольшой анонсик. В следующем выпуске мы хотим сделать обзор такого магазина, как Бедронка. Встретимся в следующий вторник с обзором. А пока что, пока-пока и до новых встреч уже совсем скоро. Привет, чтобы вы себя понимали.
вони хіба живемо десь, чекай, приязні.